Друзья, сейчас мы идем на обед, все включено. Сейчас заснимем, что интересного. Привет, друг. Кому нужны картины, приходим, покупаем. Картины фри, правильно? Все сюда заходим. Так, здесь у нас пиццу готовят, друзья. Кому надо пиццу, вот видите, прямо в печке готовят. Привет, друг. Привет, друг. Так, можно на улице сидеть. Здесь, кстати, еще мороженое можно набрать, сколько желаете. Вот. Так, вот видите, такая так пицца выглядит. Так, что-то мороженое я не вижу, наверное, еще не поставили пока. Еще, наверное, чуть-чуть рановато. Хотя уже время. Сейчас время час, тут сейчас открывается обед, сейчас до трех, друзья. Сейчас посмотрим, что у нас на обедик. О, коптится, что-то готовится, друзья. Что-то вкусное готовится, сейчас посмотрим. Что у нас тут вкусненькое есть? Любопытно. До ужаса. Чего у нас тут коптится? По-моему, курица коптится тут, да? Ага, ох ты. Вкуснятина. Да, вот она, курочка. Так, уже народ тут уже поселился, я смотрю. Так, сколько тут народа. Так. Как стандартная. Столы, как говорится, как были, так и остались на месте. Завтрак я уже заснял. Или в этом видео, или в предыдущем выложу, не знаю, посмотрим. Время покажет. Давайте посмотрим, что у нас на обед. Чем кормит товарищ Sunrise на обеде нас. Народа, конечно, достаточно много. Давай овощи, вот такие, давай. Сколько зелени тут много. Вот здесь, кстати, есть булочки, есть супы здесь. Кстати, супы вкусные вы здесь можете брать. Обед, ужин, они есть здесь. Восточные сладости, друзья, пожалуйста. Детское меню. На завтрак я тоже показывал. Можно для детишек что-нибудь взять. Привет. Здесь все на халяву можно набирать. Друзья, очень добрые, всем наливают бесплатно, фри, правильно? Здесь все фри, любой алкоголь фри. Только друзьям фри, правильно?
Светланка, вот это взяла, да? Рыба вот здесь. А, рыбка здесь, сейчас посмотрим. Подожди, наверное, придется здесь нам где-то сесть. Ну, давай здесь сядем, ничего на страшного. На улице там. Чай, кофе, это стандартно, везде есть. Светланка, ну если... Ты видел, где я. Что, место не мастер? Светка. А, места есть, да? Давай займем местечко. Здесь мясо можно взять. Друзья, мы тут набрали, наверное, процентов 20 из того, что вообще есть в Санрайсе, потому что здесь очень большой выбор на обед. Мы еще вам ужин снимем, так что следите за моими трансляциями, видео. Что у нас тут? Дыня, финики, чай, пиво. Как говорится, восточные сладости. Это у нас рыба, мясо, фри, салат, оливье, суп. Так, тут Светланка что-то еще набрала. Ну и вот общий стол вот мы набрали. Я думаю, мы, наверное, сегодня съедим. Но если мы наберем тут, наверное, на стол не уместится все. Светланка, приятного тебе аппетита. Здесь можно мороженое набрать. О, сегодня черное. О, сегодня черное. Давай другое. Так, и давай третий вариант, Светланка. А третий вариант будет белое. Белое? Ну давай проверим. Ты угадала, давай, Светлана. Тебе надо в лотерею играть. О, видите, какой получился. Привет, друг. Hello. Как дела? Hello. How are you? Дела отлично, да? Спасибо. Хорошего дня. Хорошо. Идем на пляж, мороженое на халяву набираем. Прикиньте, зонтики поливают. Лежаки. Привет. Привет. Дезинфекция? Дезинфекция от короны? Да. А, правильно делаете. Видите, как относится здесь? Строго и правильно. Чтобы никто не заболел. Зато мы, друзья, здесь без масок по отелю ходим. Везде, по всей территории отеля. Пупсон валяется у нас тут. Тут даже, видите, вешалочки есть. Так что удобно. Кстати, мы вот здесь эту сумку кидаем, чтобы наши места не занимали. Вроде сумку никто не свистнул. Да, Светланка? Хотя сумка ценная у нас. Пум-пурум-пум-пум. Вот мужчина ходит, обрабатывает все лежаки. Друзья, сейчас мы идем, заснимем для вас ужин в нашем ресторане, в нашем отеле. Завтрак, обед я уже заснял. Сегодня мы заснимем с вами ужин. Вот уже народ, кстати, я смотрю, уже есть. Вон в 7 часов открывается ресторан. Сейчас уже начался 8 час. Ну, как видите, народу уже много. И, кстати, на ужин здесь еще открывается вот эта часть ресторана. Видите, обеденная зона.
как бы завтрак, обед здесь нет, а на ужин открывается вот дополнительно еще вот здесь все. Видите, рыба тут есть, салаты. Рыбка. Народу уже, как видите, много, видите, целая очередь. Поэтому. Все не заснимем. А, вот там готовая была, наверное, уже. Так народу много. На буханке была флешка, на очередь заняла, блин. А, ты заняла? Займи сюда очередь, Свет. Даже не надо в стуле занять. А, ну займи. Я буду там правильно есть, да, когда ты там. Ага. Так, вот у нас рыба, видите, какая еще есть. Нарезка есть. Да. Народу так много, блин, неудобно снимать. Друзья, вот, все при вас готовят. Да, здесь у нас продукты есть. На ваш выбор выбирайте, что желаете. Пойдемте в основной ресторан, сейчас сходим. Можно на улице есть, можно здесь. Не знаю, где Светланка место, конечно, заняла. Сейчас посмотрим. Чем нас тут кормят. Чай, кофе здесь можно взять. Здесь добрый вечер, брат! Привет, брат! Как у тебя дела? Как всегда! Очень хорошо! Так, здесь у нас алкоголь на халяву. Друзья, еще раз, здрасте! Сегодня ужин снимаем. Все хорошо, как дела? Отлично! Дела отлично, да? Да. Отлично? Отлично! Отлично, будем брать еду, которую я, друзья, вначале заснял, потому что, ну, как бы там, на мой взгляд, самая вкусная она на улице. Так, так здесь у нас, по ходу дела, курица, правильно? Курица, окей. Сколько много здесь. Здесь можно также вот супы взять, булочки. Тяжело снимать, слишком народа много. Давайте прогуляемся. Далее. Клубника есть сегодня. Привет, друг. Привет. Так, восточные сладости, друзья. О, видите, клубничка есть.
сладости разные. Детское меню здесь есть. Сюда заходите. Ну и как бы детское питание. Видите, вот родители с детьми приходят здесь. И можно разное детское питание набрать. Так что для детей здесь тоже есть, что вы, друзья, выбрали. Ну что, друзья, набрали мы здесь 10%, наверное, из того, что вообще здесь есть. Выбор очень огромный. Ну, мы выборочно, как говорится, набрали. Сейчас покажу вам стол, чего мы набрали. Так, вот мы сметанку взяли. Белое вино. Попробуем. Сегодня мы красное брали. Так, пиво мы тоже уже брали. Мандарин. Клубника. Вот. Бесплатно. Сегодня первый день. Дали нам клубничку бесплатно. А так, в принципе, она была. Ее не было просто. В принципе, вот, друзья, я, по-моему, все показал. Вот общий стол. Народа много в отеле Sunrise, друзья. Как видите, много везде. Все занято кругом. Так что, вот так вот. Светланка, приятного аппетита. А где спасибо? Сказала спасибо. Сказала? А, я просто не слышал. Товарищи ковры продают. Кому понравилось видео, обед, ужин, все включено в нашем основном ресторане. Лайки, комментарии приветствуются. Подписывайтесь на канал. Когда подпишетесь, нажимайте колокольчик. И когда нажмете колокольчик, выбирайте все уведомления. И тогда вы не будете пропускать наши новые интересные видео и прямые трансляции. На прямых трансляциях всегда сможете нам задавать вопросы онлайн. А в следующей серии мы отправимся в Turkish Airlines. Вы увидите там разборки, как нам удалось все-таки добиться того, чтобы, ну, купить билеты, поменять. Вернее, скажем так, это была наша, наверное, неудачная поездка. Вот. Будет потом в следующих видео, как мы все-таки купили эти билеты. Но, по крайней мере, не делайте те ошибки, которые мы допустили в следующей серии. Давайте, друзья, все в следующей серии увидите. До новых встреч!